Я посижу. Ища! Саш, ты это, в одной одежде круглый год, да? Я круглый год в одной одежде, я победитель, у меня 3 тачки, ля-ля-ля-ля-ля. Кто-то проиграл, кто проиграл, кто проиграл, кто проиграл, кто проиграл. Да ты, понятно, этот вот, вот он, чучело, чучело маленький такой. Ай, да, да. Вот это уже лишнее. Первый раз просил, второй раз народ, иди сюда. Тихо, не надо, не надо, это все лишнее. А ты где? А, все. Залез там, подожди, иди сюда. А ты попробуй сюда залезть сначала, а? Все, сейчас погибну еще, не надо, все хорошо. На самом деле, очень красивый вид, да? На самом деле, да. И на фоне этого вида я хотел бы сказать раз, Питер? Два, три. Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, Оля Пингвин и Ярик Жужун, и мы играем на GTA 5 RP. Ну, привет, Санечка, привет. Васюня, не слышно, Васюня, ты тут? Нет, опа, вот это было. Вот, слышно было? Было. Саня, ну, без инфа, жесткая. Ой. Да, кстати, я Саша, не слышу. Вообще... Опять, ну что поцелуй за поцелуем? Ну что такое-то, а? С кем? Хватит вот это вот романтики ваши. Короче, да. Мы тут это самое. Есть тут некоторые персонажи, вот задумчиво сидят вот на этой самой, на этой вот вагончике на этом. И думают о том, как бы сейчас вот что-нибудь да хорошее, да, чтобы произошло. Ну, так сказать, хорошее после последних событий. Приятно. Вот. Такое. Я предлагаю, вот чтобы это приятно началось прямо сейчас. Я думаю, что это будет, друзья, последняя проверка, потому что первая проверка показала себя не очень. И мы поняли, что это какой-то, ну, не очень вообще вот все это весь процесс. Потому что ничего хорошего не падало. А, достаем мобилы. Да-да-да. Достали уже? Угу. Открываем Safari. Заходим, значит, в этот самый, куда там. А я через F10. Ну, ой, как? Я не туда зашла, ну, я как? Тоже через F10. Кейс годовщины, дорогие друзья. Пока что он еще действует. Скорее всего, вот-вот уже прекратит свое это самое. А за какого там, не помните? 30 октября, Сань, еще месяц. А, да? Я еще думал, 13 сентября, ну ладно. А, я предлагаю открывать. Все, начинать. Давайте. Я просто готов. X5, моменталочка, да? Давай. Не, ну традиция без моменталочки, первый X5. Ладно, первый, ну, X5 давай. Без моменталочки. Давайте. Раз, давайте. Два, три, поехали. Значит, в прошлый сейчас раз ровным счетом нихуя вообще. Я вот пока придерживаюсь мнения, что этот кейс самый залупинский. Ладно, реально, типа, мобиль мог в нем быть, но нет, смысла никакого КД. Нет. Очень хочется Кибертрак почему-то. Ну это тебе хочется, потому что ты проиграл. А он меня не хочет, да, мне кажется? Вот тебе не хочется. Да. Ну, он да. Тебе не хочет. Как-то не повезло. Так, вот это единорог. Нет, сброс КД. Маска? Сброс или машина? КД. Сброс маска или машина? КД. Сброс КД. Маска. Сброс КД. Машина, стой! Стой! Что ли, долго крутится? Да, у нее постоянно какая-то это да, самая... Да, мне почему-то долго. У нее какой сейчас, первый, что ли, докрутился? Второй. У меня уже 30 крутился. Я не знаю, какой у меня по счету, у меня сброс КД. Сброс КД. А, на самом деле, я предлагаю, это, конечно, все очень, с одной стороны, интересно, когда вот этот медленный процесс, но, зная, что вот конкретно ой, здесь... Стой! А, пролистись стой, как-нибудь, пожалуйста, пролистись, стой, пожалуйста. Блять, там... Что было? Там Бугатти, а за ним Вижн. Mm. А в итоге что? Сброс КД? Ага, ну тогда ладно. А, я понял. Считаю, что то, чем мы сегодня занимаемся, вообще не должно было произойти. Мы просто это делаем финальную проверку, вот серьезно. Потому что я считаю, что ничего никому не выпадет. У меня вот такой вот немножко просто негативный да. настрой, но правдивый. Потому что мы убедились, потратив 75 тысяч колокольчиков в прошлый раз, что ничего хорошего не падает, к сожалению. У меня все готово. Предлагаю моменталочку, да. Оль, ты там как, Оля, да, третий так, конечно. А почему у него реально, у него слоумо какое-то? У меня дополнительное. А, у меня последнее все. Подождите. Еще одно? Да. Ярик, как я погода? Погода хорошая. Хорошая погода. Ну вы сами захотели. Нет, с Олей надо моменталку, Ярик, я считаю. Это ну да, согласен. Это все замедление, это все... Не, я реально считаю, вот именно сегодня, вот если бы это был обычный gold case, я думаю, что да, можно было замедление. А это моменталка, только вот так вот. Да, 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 да. Оль, готова? Моменталка, да. Нет, докручивается. Блин, о, да! А представь просто 75 тысяч колокольчиков и X5 не моменталку. Да, Оля, открывает. Это было 2 часа. 2 часа, да, в натуре. Оль, все? Да, все. Ура. Моменталка X5, да. Раз, два, три. Пошла жара. Во, ну, сброс КД. Палки. КД. Палка. КД. Сумка. КД. Понял. Отличный дроп. Отличный дроп, просто, блин. Пингвин! Маска. X5 еще давайте. Машка Вони. Металлочку X3. О, а может, X3. Может, X5. 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 Ладно, да. Давайте. X5? Да, да, еще X5. Еще достаточно колокольчиков. О, надо рюкзак Дэдди.
Самый прикол, что за это время пацаны так... 3, 2, 1, открываем. Какая маска страшная. Что открываем? Что открываем? Я уже открыл давно. X5. Вейп. Подожди, чего? Оль, подожди, что? А чего-то не было просто. Было что-то. Нет, второй раз, X5. А сколько? У меня 67-510. То же самое. У меня тоже. Ну все, давайте еще X5. Раз, два, три. А самый прикол, что тем временем, я думаю, что пацаны из банды YouTube уже потратили, наверное, 1 000 000 колокольчиков. Я, кстати, не знаю, они, по-моему... А, стоп! Выпало Олег, да, он выбил яхту уже из этого, точно. Нифига. Ну, блядь, ну это такое, я не знаю, ну типа он слишком много открывал, и мне кажется, что, ну, наверное, тогда можно что-то выбить. Но на фоне gold case обычно... Ну это то же самое, что летний пропуск, грубо говоря. Ну нет, да. Летний пропуск, но... я считаю, что больше дает. Ну не знаю. Ладно, давайте X3. Да, давайте, раз, два, три, поехали. Блядь, хотя бы машину какую-то, хотя бы какую-то машину. Рождественский колпак. КД. 2 КД. X2 теперь? Да. Раз, два, три. КД. КД. Яхта была рядом. Штаны. О. Маска. Брюки Диор, они дорогие, интересно? Забирай, забирай. Давайте 5x1. А ты сюда забираешь, да? Да. Давайте 5x1. 5x1. Давай. Подряд, да. Угу. Раз, первый. Два, три. Угу, понял. Угу. Второй. Угу. КД. Угу. Третий. Клюшка. Ну, спасибо. Четвертый. Что? Что? Рождественская трико выглядит так, пиздец. Я 5 открыл. У меня 60 тысяч. Я тоже 5 открыла. Сухой. Давай. 60 тысяч 0,10, чтобы осталось. Да, да. Ага. X5 моменталочка. Раз, два, три. Поехали. А как думаете, хоть одна машина кому-то выглядит? Ну, в прошлый раз было. Что? Я начал колдовать, по-моему. Не, хотя бы самая залупинская, вот, ну, потому что это иначе... Пиздец, блядь. Угу. Пиздец. Ну хотя бы залупинская машина. Давайте еще X5. Нету. Раз, два, давай. Три. Все, поехали. КД. Шампанское. КД. Блядская хуй. Палки. Это кто? А почему? Это пропусятина. Стики такие стали часто выпадаемые. Раньше вообще редкие были. А, да потому что, ну, они, ну, вот решили. Вот именно, да, кстати, вот эти вот палки, они падают из годовщины чаще. У меня все. X5 еще. Раз, два, три. Давай. Ух ты, хорошо. Пропуск газанул. Пропуск газанул. Так, а жираф? Маска. Ну, кстати, ничего интересного, КД. У меня одно КД. X3, X3 надо, X3 моментально. Давай. Раз, два, три. КД. КД. Жираф. Блядь, машину дайте хотя бы одну-то. Пиздец. Не, это... Ребят, никому не советую. Какой-то скам на КД. Ну, реально, именно вот эти кейсы, что-то такое. X2. Раз, два, три. О, клюшка! Ну, клюшка, она дорогая, интересно? Падала уже. Ну, такое. А, падала. X1. Раз, два, три. Ой, я уже открыла. Давайте X1 еще. Брос КД. Еще один из X1. Маска мумия. Еще X1. Еще X1. Не останавливаемся. Еще X1. Подожди, меня не забирается. Все, X1 топим. Просто топим X1. Просто топим. А, и все, не говорим даже ничего? Пока не говорим, да. Просто топим X1. А, ладно. Просто рассчитывая на что-то хорошее. Потому что, в принципе, наверное... Блять, ну, я надеюсь, что машина такая-то должна быть. Брос КД, блядь. Можно сейчас свои... Штаны. Я протранслирую свои эмоции. Я когда сейчас начинали мы, типа, серию, ну, подумали, что надо попробовать еще раз проверить. Я такой, блядь, ну опять нихуя не будет. Когда мы начали, я такой, типа, блядь, ну должно. И сейчас мы уже половину этих колокольчиков почти потратили. Я такой, блядь, хуйня, короче. Я не знаю, ну просто... Не, у меня только сброс КД, все. Ну, пиздец вообще, да. Я не знаю, почему они такой либо маска, либо сброс КД, либо стики. Или палочки. Да. Пиздец. Сброс КД, ну, стики, либо маска. Они очень маленький шанс сделали. Очень маленький. Это, я даже не знаю. Мне кажется... не нравится X1. У вас сколько? Сколько у вас? 41. 37-510. Сколько у Оли? 38. 37. Короче, я X5. Ладно, давайте X5 моменталку. Раз, Ай. Два, три. А я уже. Сброс КД. Ай, блядь, палочки, ёбаные. Стики. Это ни одной машины. КДМ. Ну, это же хуёвый, почему? КДМ. Вот эти всякие банано-мобили уже давным-давно не нужны никому. Еще X5. Всё. Они давай, никому раз, не... два, три. Никому не нужны, и они не падают уже. Вот не почему? Падают, вообще не падают. Лотус они... чуть-чуть, да, лотуса. Да вот это чуть-чуть, это все, блядь, ну, охуенно. Да. Рождественские сапоги. Маска пингвина. Еще X5. Угу. Не, ребят, шампанское. Это... Я уже пиздец как пожалел, что мы это затеяли. Просто пиздец. Ну, нет, тут вообще ничего не падало, прям вообще ничего. Бля, не, просто... машина падала. Мне и Саша, да, по-моему? И тебе, Ярик. Мне тоже падало. По-моему, Саня не упала ни одна. А. Я вот не помню, тоже кажется, что мне в итоге, да, не упала ни одна машина. Я просто в ахуе. Саня, что с голосом-то? Что с голосом? Да, блядь, голос нахуй сел.
Так, а какой может быть голос? Ты думаешь, сейчас вот выдавливают мне типа радостные эмоции от того, что нихуя не падает из этого говёного кейса? Почему так мало шанс? Еще 5. Да-да-да, я тоже кручу, да, ну потому что это смысл. Ну просто въебали колокольчики, блядь, просто. Лучше бы за эти деньги купили хаммер, блядь. Угу. Ну не за эти, а почти. Шокер. Не, залупа конкретно. Бля, что-то вообще такое. Короче, ребят, совет, если вдруг кто захотел хаммер, лучше покупайте его сразу с колокольчиками, потому что, блядь, можно реально въебать такую сумму колокольчиков, которые, ну, типа, блядь, ну, нет, вообще это бред. Что-то, да? А? Хаммер крутой что-то, да? Не, но его можно типа купить, я имею в виду, что сколько он, 125 тысяч, по-моему, да? Ну что-то типа, то либо 150 вроде. Ну короче, такое? Да, и проще, блядь, его купить за колокольчики, чем... Ну мы могли уже купить, если что. Так, да, вот в этом, в каждый причем. Пиздец, ни одной машины. Не, вообще ничего, мне даже одежда перестала выпадать. Так, давайте 1x5 не моменталка, вы готовы? Подожди. Это надолго, Саша, у меня. Я понимаю, ну на... Или напоследочек как-то рассчитаем. Ну давай напоследок. Напоследок. Просто, друзья, мы за то, чтобы вот эта интрига была, мы, ну, реально интересно, но не здесь, когда ты знаешь, что это будет КД, здесь скорее вообще... всего. Это просто вот ради этого просто даже нет смысла интриговать самого себя. Тут просто по факту хочется выбить уже, блядь, что-то и успокоиться. Ну здесь нихуя не падает. Не, ребят, просто забудь. Я вот вообще. Я еще открываю это вообще-то немножко, ну, типа, не знаю. Ну это пизда. Вообще вот с тем, что когда особенно пофиксили золотой кейс, это вообще не сравнится нахуй. Угу. Просто жопа. Ни одной машины. Ну самая залупа, может вот этот Фиат. А у вас сколько осталось денег? 10 тысяч. О, 10 0 10. Пизда. Нет, это не смешно. Угу. Вот точно такие же эмоции. Абсолютно, один в один. Ну, это как бы... Нет, тут, с одной стороны, можно понять, что, типа, это же получается как бы... Ну, наполовину донатный кейс, потому что колокольчики-то можно... Ну, да. Ну, как и летний пропуск, но просто, блядь... Ну, все равно, как бы, тут же можно и за донат его открывать, и... Ну, хотя бы говно машину какую-то одну. Ни одной машины, пиздец, вообще. Вообще ни одной машины, да. Смешно, блядь. Или не смешно. Ну, у меня как бы 2510, у меня последний прокрут X5, я вас жду тогда. Потому что это, ну, не моменталку тогда сделаю. Не, все, я не буду больше, я не хочу. Ну, но что-то такое. Я уже какой-нибудь осенний, зимний, блядь, пропуск подожду, это нахуй оно надо, блядь. X5, не моменталка. Вы готовы? Подожди, не, я еще не готов. А чего вы такие медленные-то, а? Ну, вот так вот. Чего вы такие медленные? Компьютер не грузит. Вот так ярко, как хорошо, красиво. Все, у меня 2500 осталось, так, 2500 осталось, это хорошо. Что-то Ярик такой мелкий. Все, сейчас последний. Ярик такой мелкий. Так, я возвращаюсь. Бля, вот лучше вот это вот, ну реально. Забрать. Сейчас, ради интереса. Ой, да. Продолжить. Что? Так, получается X2, да? Да, X2. Продолжить. Я готов. Сейчас, секунду, я тут кое-что проверю сейчас. Одну секунду, вот буквально одну секунду. Одну секундочку сейчас. Просто, бля, это будет очень смешно сейчас. Ля-ля-ля, сейчас. Сейчас. Ну, блядь, блядь, ну дай. Я, короче, понятно, крутит голову. Ти-ти-ти-ти, все, нормально. Все, спалился. Так, ну что там? X5, не моменталка. Раз, два, три. Отворачиваться смысла, я думаю, что нет. Чтобы увидеть спрос КД. Ни одной, сука, машины, ни одной. Жираф. Ну, нет, жираф у меня проскакивает, сброс КД. Супер. Даже смены номеров не было, это пизда. А, тут просто... же смены номеров есть. Минимум нормальные. Тут дохуя всего падает сброс КД, ты понимаешь, что прикол? Меня аж бомбит, да. Нахуй. Это, ну, я реально, я считаю, что, ну, это неправильно они сделали. Что настолько маленький шанс, это неправильно. Лучше вместо сброс КД падал там, не знаю, 1000 долларов хотя бы. Ну, реально, кстати, да, сброс КД просто... На него шанс 99-99, походу. Не, я очень сильно расстроился, но они переборщили, я считаю. Ребят, пишите в комментариях, что думаете. Ну просто это как бы прям, ну вы сами видели, мы открыли 3 раза по 75 тысяч колокольчиков каждый. Ой, я прошу тебя, раза. Стой! По 150, Сань. Стой! Стой! Почему по 150? Ну всего 150. Почему 150? А, по 150, ну типа да, за 2 раза. Да, угу. По 150 каждый открыл втроем. Ну короче, пизда полная, лучше даже не считать. Последний кейс и... Что у меня последний, интересно? Маска. Угу. Это не, это такое, это очень такое. Ну все? А, нет, ну, нет, еще что крутится. Я могу сказать, дорогие друзья? Просто забудем. Ой. О существовании такого кейса. Ой. Это какое-то недоразумение, я не знаю. Под какую-то это... машину. Причем видно, да, сверху справа, что кто-то что-то выбивает. Олег там кофе выбил, да, да. Яхту, а вот, блядь, ну я не знаю. Ну, не последний, по-моему. Не можем же быть настолько невезучие.
Ну, короче, в любом случае, мы можем подтвердить, по крайней мере, что шанс крайне мал. Типа 0.00, и вот там какие-то процентики, скорее всего, на выпадение даже хуёвой машины. Вот это вот самое удивительное. Ах, ну чё, Оль, у тебя всё? Или ещё крутится? Накручивается. Накручивается. Ну, сейчас... Ах ты! Со спины, как крыса, я считаю. Отомсти его, отомсти за начало. Со спины, как крыса. Вот реально клюшка своей размахнулся. А я смотрю, что-то щелкает. Я прям обратил внимание, но я не думал, что клюшку достанет. Еще в Audi сел, понятно все. Оль, тебя докрутилось? Да, да, все. Ну что, дорогие друзья, могу сказать. Огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока.